Ethereum is quite big. A currency called Ripple that you might hear in the banking sector is probably third, if I remember. Currency called Ripple. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое агрессивное видео. Вчера был массивный день в истории XRP, и я хочу, чтобы каждый обратил на это свое внимание. Прежде всего, нужно отметить то, что мы преодолели уже 1/4 на пути к 3 триллионам долларам рыночной капитализации криптовалют. Новые исторические пики были установлены многими криптовалютами, например, эфириум достиг почти 3000 долларов. Для меня это лидирующий индикатор того, что приближается самый крупный альткоин-сезон в истории криптовалюты. Ripple сегодня достигал 1 доллара 67 центов, он преодолел важную линию сопротивления, следующая такая находится уже на отметке 2 долларов. И если ему удастся преодолеть эти 2 доллара, достижение нового исторического пика просто неизбежно. Do It Yourself Investing опубликовал следующий график, на котором сравнил ситуации по Dogecoin и Ripple XRP. Мы видим, что они очень похожи. Мы только что наблюдали, что сделал Dogecoin. Dogecoin стал первой криптовалютой для многих новичков на этом рынке. Он случайно привлек множество новых инвесторов в криптовалюту. Но однажды рынок станет рациональным, и тогда лучше находиться в криптовалютах, которые несут в себе ценность, способы применения и реальные решения существующих проблем. Я подписан на множество криптоканалов, и многие из них совершенно не пекутся о полезности криптовалют. Но мы здесь не в казино играем. Мы инвестируем в высококачественные криптовалюты, которые делают революцию в мире платежей. Тем не менее, XRP и Dogecoin рисуют очень похожие графики. Если это так, то мы сейчас находимся у самого края, за которым XRP сделает 20 иксов, взрываясь в растущем тренде, как это сделал Dogecoin. Вчера, как я говорил, был большой день для XRP, ведь проходило новое слушание по делу Ripple. Мы все еще не получили никаких важных обновлений, а судья выглядел очень нейтральным. Но я скажу тебе вот что, и я буду говорить это всегда. Комиссия выглядит некомпетентной. У них нет фактов, и суд не на их стороне. Им даже пришлось тянуться к зарубежным партнерам Ripple в поисках информации. Но зарубежные партнеры отказали, сказав им: «Нам все равно, мы плевать хотели на вашу комиссию, нам не интересна ваша SEC». SEC – это единственное существо на планете, что пытается признать XRP ценной бумагой. Но даже в самих США остальные регуляторы не называют XRP ценной бумагой. Минфин не называет. Налоговая служба не называет. Сеть по борьбе с финансовой преступностью тоже не называет. На стороне SEC нет абсолютно никого. Судья вчера сказал, что он рассмотрит все претензии SEC, и именно поэтому я ожидаю массивные заявления в ближайшее время. С Гарри Генслером во главе регулирование просто неизбежно. Именно поэтому я покупал XRP. Я покупаю слухи о том, что суд закончится хорошо. Покупай на слухах, а продавай на новостях. Многие, к сожалению, пропустят это. Когда они захотят успеть, уже будет поздно. Так всегда происходит с розничными инвесторами. Но наше сообщество действует как умные деньги, и именно поэтому наше сообщество ожидает успех. Сегодня еще одно домино упало. Директор SEC по обеспечению соблюдения Алекс О уходит в отставку, проработав всего лишь 6 дней. Что же случилось? Может быть, это дело с Ripple выставляет сотрудников SEC некомпетентными? Джей Клейтон ушел и оставил после себя хаос. Думаю, впоследствии все его действия перед уходом окажутся самым важным событием в истории принятия и регулирования XRP. Этот судебный иск в итоге окажется катализатором регулирования и правовой ясности для XRP, еще до того, как остальное криптопространство получит все то же самое.
Кроме этого, XRP получит смарт-контракты и интегрируется в NFT и DeFi. И все это будет работать в сети XRP с минимальными комиссиями и быстрыми транзакциями. Эфир и биткоин же пока не могут этого сделать. Мне нравятся обе эти криптовалюты, и я уверен в их хорошем будущем. И именно поэтому я хочу, чтобы они выжили. Но это тот самый факт, который приходится признать, как бы неприятен он ни был. Один из основателей Ripple, Крис Ларсен, заявляет, что Гэри Генслер сфокусируется на зеленых криптовалютах. То есть на криптовалютах, дружелюбных к экологии. Крис верит, что Гэри Генслер и SEC будут важной деталью в климатической повестке дня. Очевидно, майнинг не совсем зеленая криптография, и поэтому такие люди, как Илон Маск, например, хотят использовать возобновляемые источники энергии для майнинга. Об этом я снимал видео, если ты не видел, ссылка на него в описании. Независимо от того, является ли это правдой или нет, сценарий уже давно написан, а подоплека для действий регуляторов давно создана. Климатический вопрос всегда был одним из первых в повестке дня таких организаций, как ООН и МВФ. Было сказано, что Proof of Work – это устаревший консенсус, и криптовалюте нужно переходить на более эффективные и дешевые способы поддержания безопасности и подтверждения транзакций. И для биткоина есть такой способ – это Flare Networks, которая планирует интегрировать его в свою экосистему после запуска в середине июня этого года. Биткоину придется адаптироваться, иначе просто не выжить. Я верю, что биткоин достигнет большого успеха в будущем, но дорога к звездам будет идти через тернии, модернизации и регулирование. Взгляды всех регуляторов сейчас направлены в сторону дела Ripple XRP. Об этом я говорил в прошлых видео. Некоторые из этих регуляторов даже хотят объединиться в так называемую целевую группу по криптовалюте в Сенате США. Это еще один шаг в сторону регулирования, еще один шаг для принятия XRP и еще один шаг, чтобы закончить этот судебный процесс. И я верю, когда все эти три шага будут сделаны, XRP займет свое заслуженное место на троне трансграничных платежей и денежных переводов. Тебе может это не нравиться, ты можешь этому противиться, но ты должен знать, однажды не будет ничего хуже, чем инвестор, что знал сегодня об XRP, но так и не инвестировал в него хотя бы $100. JP Morgan заключает партнерство с DBS и Temasek. Они будут использовать технологию блокчейн, чтобы создать систему, ускоряющую трансграничные платежи, торговые операции и валютные расчеты. Об этом сказано на официальном сайте JP Morgan. То, что они описали, звучит как XRP, но это не XRP. У JP Morgan есть своя собственная разработка того же, что делает Ripple. И, кстати говоря, JP Morgan Coin и XRP были упомянуты в отчете Всемирного экономического форума как подходящие мостовые активы для цифровых валют центральных банков. И Ripple XRP, и JPM Coin служат одной и той же цели. Исходя из отчета Всемирного экономического форума. Мы уже говорили о новом стандарте платежей ISO 222. Сейчас на твоем экране схема экосистемы этого нового стандарта. Мы можем видеть здесь JP Morgan внизу, который будет работать на кворуме, XRP и R3, а также Stellar XLM. Все это и есть части новой финансовой системы. Также интересно увидеть здесь и организацию под названием IATBA. Это Международная ассоциация надежных блокчейн-приложений. Я бы очень рекомендовал изучить членов этой организации и ее создателей, так как эти знания могут дать тебе понимание того, какие криптовалюты выживут в будущем. Все очень просто. Проведи расследование, включи немного усердия и инвестируй туда, куда инвестируют умные деньги. Перестань быть алчным и азартным. И самое главное, не занимайся племенными междоусобицами. Кстати, здесь VeChain есть. В книге «От нуля к единице» Питера Тиля очень много рассказано о том, что большинство компаний конкурируют друг с другом, пытаясь уничтожить конкурента, в то время как на самом деле все мы должны работать вместе. И вот почему Ripple преуспевает. Он не пытается конкурировать с системой, он ее эволюционирует. Он заставляет банки эволюционировать тоже. И поэтому юнификация традиционных систем с криптовалютными технологиями происходит прямо сейчас. Люди, которые не участвуют в этом, а значит и не получат никакой выгоды от этой возможности, будут всю свою жизнь жалеть об этом. Но тем из нас, кто участвует, я скажу лишь одно. Наши жизни изменятся навсегда. Ранний выход на пенсию,
выходные и отпуск, когда ты захочешь, финансовая свобода, пассивный доход – все это и другое – наша награда. Какова же альтернатива? Бесконечное сожаление. Но зачем жалеть, если можно действовать? Время еще есть. И в завершение я хочу показать недавнее интервью Брэда Гарденхауса на Fox News. Я хочу, чтобы ты послушал то, что он скажет. И после просмотра скажи мне в комментариях, что ты все еще не убежден, даже увидев и услышав то, как и что говорит директор Ripple. Факты, очевидно, на его стороне. Итак, Брэд, мы видим какие-то эпические движения вашего XRP-комьюнити. Но вы сказали, что XRP – это валюта. Так скажите теперь, как продвигается суд с комиссией по ценным бумагам и биржам США? Я очень доволен прогрессом этого дела. Мне было предельно ясно, что в правительстве США есть и другие органы, кроме SEC. И они говорят, что XRP – это валюта. Например, Министерство юстиции или Казначейство США. Они называют XRP валютой. Но комиссия SEC спустя 8-9 лет после того, как XRP начал торговаться, после триллионов долларов торговых объемов, вдруг пришла и сказала: «Мы тут передумали. XRP – это ценная бумага, и вы должны были знать об этом». Такое молча проглотить просто невозможно. Недавно судья, который ведет это дело, нанес несколько ударов и по самой комиссии. Например, запретил им доступ к вашей личной информации, которую она так желала увидеть. Комиссии это очень не понравилось. Как вы это прокомментируете, учитывая огромное количество инвесторов XRP, которые этим обеспокоены? Ну, комиссия воевала с нами просто на каждом шагу. А мы, в свою очередь, пытались установить, как они определили, что биткоин и эфир – это не ценные бумаги. Джей Клейтон сказал, биткоин – не ценная бумага. Билл Хинман сказал, что эфир тоже не ценная бумага. Мы искали причины и поводы, как и почему они сделали такие выводы. Учитывая сходство того же эфира с XRP, как SEC определила, что эфир – это не ценная бумага, а XRP уже ценная. Поэтому, если это не очевидно для нас, как для экспертов, как это может быть очевидно для них? И на самом деле этот суд, что Джей Клейтон затеял, нанес много вреда инвесторам XRP. В день, когда это случилось, 15 миллиардов долларов было ликвидировано из экосистемы XRP. Это повлияло на конкретно тех людей, которые SEC якобы должна защищать. Кажется, я начинаю понимать, о чем говорит SEC. Вопрос в том, используют ли люди это для того, чтобы покупать и продавать товары. Мы видим, как PayPal, Tesla и другие компании начинают принимать биткоин. Что же происходит с XRP? Заключаете ли вы подобного плана сделки? Знаете, самое замечательное в нашем деле – это то, что нам даже не нужно заключать такие сделки, поскольку это технология с открытым кодом. По всему миру сотни компаний по-разному используют XRP, в том числе и для платежей. Например, одна из самых популярных платформ для обеспечения криптоплатежей – это BitPay, и они принимают XRP для проведения платежей в реальном времени. Это один из примеров того, что XRP используется как валюта и не является ценной бумагой. Даже компания Ripple использует его как валюту, чтобы решить проблему трансграничных платежей. Многие используют XRP для перевода денег из страны в страну. Поэтому я думаю, что это убедительные примеры. Комиссия обвиняет вас в том, что вы преследуете их за то, что они копают информацию против вас. Вы действительно преследуете их? Сложно представить, чтобы такая небольшая компания, как Ripple, преследовала чуть ли не все Соединенные Штаты в лице их регулятора. Джей Клейтон и его руководство атаковало нас, и мы решили защищаться. И как говорят даже некоторые комиссары SEC, очень важно иметь четкое регулирование. Инновации в Соединенных Штатах в каком-то смысле находятся под судебным прицелом. Мы хотим, чтобы инновации блокчейна и криптовалюты в США процветали. И без этой ясности, а инновации приходят туда, где эта ясность есть, США рискуют остаться с носом. Ведь США – это единственная страна в мире, говорящая, что XRP – это ценная бумага. Япония, Великобритания, Швейцария, Сингапур – все они рассматривают XRP как валюту. Но здесь, на родине, где Ripple родился и живет, США занимает позицию, противоположную всему миру. Да, мы не хотим быть страной, которая подавляет инновации. Мир развивается быстро, особенно если говорить о криптовалютах и цифровых платежах. Мы не хотим быть страной, которая подавляет инновации. Ну-ну. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе интересным, не забудь поставить лайк. Для меня это большая мотивация, каналу помогает расти. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируй, делись видео с друзьями, обязательно богатей. До скорого.